Такое не страшно сгладить, поэтому покажу. Сразу же после кормления мы просрались и начали пытаться что-то уже делать. Я сейчас о том самце кривом, которого приобрел. Можете узнать его хвостик, вон он весь зигзагом. И сейчас он пристает к самке. Это псевдоная текстилис, вторые по ядовитости в мире змеи. Вот, достаточно редкие в неволе, ну вот. Парочка сидит. Не получится, так не получится. Вообще я не надеюсь, что самец выживет. А он вдруг начал отлично питаться цыплятами и... Кстати, очень интересное дело. Блин, рука трясется. Это от того, что мне вчера было плохо. Самка ест только крысят, самец ест головы цыплят и крысят. Соответственно, я кидаю сюда очень много голов цыплят. Самец насыщается до такой степени, что дальше можно кидать уже крысят. И, в принципе, все нормально получается совмещать. Очень их удобно вместе держать. Они пользуются этим укрытием. Легко убираться, никаких проблем. Поэтому, как они залезут в это укрытие, можно будет заново убраться. То есть вход перекрывается, и дальше коробка ставится рядом с террариумом, и террариум полностью чистится. Такие дела. Спасибо за внимание.